Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня играем на Родина ЭП, первый сервер. Ну что ж, пацаны, как я и обещал, я создаю новый аккаунт. Но мой основной аккаунт я не буду забрасывать, я тоже там буду снимать. Но я решил сделать жизнь с нуля, буду развиваться, на личном примере покажу, как можно там заработать денег и так далее. Все, я уже создал аккаунт, получается, почти. Сейчас напишем от друзей, вводим, пацаны, мой ник. Мой основной ник аккаунта, вот, Кирилл Путбулови. Вы тоже вводите, если введете мой ник, я на третьем уровне получу 250 тысяч, и 150 тысяч я дам вам. Именно вот этот ник вводите, это моя основа. Но я создал уже новый аккаунт, сейчас я вам его покажу. Мы уже появились, получается, в поезде, и нужно выбрать скин. Давайте, я не знаю даже, какой скин выберем. Ну, блин, этот скин прикольный, конечно. Давайте этот скин выберем, короче. Нажимаем подтвердить, все. Вы обычный работник завода, живший в деревне. Ну, короче, мы там приехали в город, тля-та-та, ля-ля-ля, я думаю, все это знают. Все, выходим, получается. Мой новый аккаунт Кирилл Карданов. Я не знаю, почему Кирилл Карданов, я просто решил придумать себе какую-то фамилию непонятную, поэтому я придумал себе такую фамилию. Кирилл Карданов. Но можете этот ник не вводить, потому что я хочу именно сам развиваться с нуля, без всякой помощи там и так далее. Так, забираем вещи наши, все. Все оказалось лучше, чем ожидали. Ваши вещи в полном порядке. Теперь идите к вокзалу из ЖД вокзала, там вас ждет такси, которое отвезет на автовокзал. Так, окей, я понял, все. Давайте выходим. Блин, как я давно не регистрировался. Так, у нас это заставочка. Welcome to Родина РП. Все, пацаны, как всегда. Я думаю, кто регистрировался, все это видели, в принципе. Мы будем, получается, выполнять всякие задания там и так далее. Но это все можно, я думаю, пропустить, потому что я это все знаю. Так, далее, далее, далее. Так, все мы это пропускаем. Надо будет права получить, я думаю, в первую очередь. Я добрался, и теперь можем мы выполнять квест. Вот у нас квестовый персонаж, Василий, в принципе, мы к нему подходим. Так, задание. Сделать паспорт. Я думаю, мы этим сейчас и займемся. Все, пацаны, я приехал до мэрии. Пацаны, просто вы обязаны, думаю, поставить лайк. Давайте наберем на этой серии 100 лайков, потому что я стараюсь, я считаю, что это круто, типа, жизнь с нуля. Потому что я уже на родине играю около 2 лет, поэтому я считаю, вам будет это полезно и интересно. Посмотри, как можно развиться с нуля. Просто на личном примере я вам покажу, как здесь можно развиться, и вы можете уже решать, играть здесь или нет. Так, вот паспорт получить нам нужен. Так, мужской. Введите дату вашего рождения. Ну, давайте я введу, наверное, настоящую свою дату рождения. Так, 06 и 1998 год. Я ввел свою настоящую дату рождения, ну, в реальной жизни я имею в виду. Поэтому, все, мы можем теперь возвращаться, получается, на вокзал и сдавать данный квест. Все, я приехал, получается, давайте сдадим наш квест и возьмем другой. Так, задание. Так, можно завершить. Отлично. Так, следующее задание. Лучшая работа. Короче, пацаны, следующее задание у нас получается на ферму поехать и принести 30 тюков сена и потом сдать их. Ну, я, короче, понял. Так, давайте возьмем это задание. Или можно другое все это взять. Нужно загрузить вагоны. Окей. Время что-то получить. Ну, ладно, поехали на лучшую работу. Попробуем сейчас повозить тюки, получается. Потому что нам нужно выполнить это задание. Как раз мы уровень прокачиваем. Давайте посмотрим, кстати, нам дало экспишку или нет. Да, у нас вот уважение 1 из 8. Отлично. Ну что ж, пацаны, я уже на ферме, я уже начал работать, я решил не снимать, типа, как я устраивался на работу, потому что там ничего сложного нету. Вот мы собираем эти кусты, получается, сено, и потом их относим. Мне остался один всего лишь, я уже 29 принес. Как бы они потом исчезают, эти кусты, их почти нету, но потом они спавнятся, поэтому не бойтесь. Я тоже сначала не понял, типа, мы собирали эти кусты, их вообще потом не стало. Но потом через минуту они заспавнились, поэтому это все нормально. Сейчас мы получаем зарплату, пацаны, и потом поедем на вокзал, сдадим, получается, этот квест. Так, деньги получаем и заканчиваем работу. Все, отлично. Но проблема в том, что я приехал на скутере, а он как бы пропал. И теперь я не знаю, как я доеду. Поэтому сейчас придется что-то думать, пацаны. Я честно не знаю, может быть, кто-то меня подвезет, либо такси какое-то. Было бы нормально, если бы здесь скутеры поставили. Почему-то их здесь нету вообще. И это довольно-таки хреново. Тут чувак, короче, на Тесла. О, видимо, меня подвезет или что? О, отлично вообще. Нихера себе.
Откуда у него Тесла, мне интересно? На вокзал едешь? Давайте спросим. Блин, нормально, чувак меня сейчас на Тесле подвезет. Просто реально шикарно. Да, квест, отлично. Спасибо, давайте напишем ему. Просто заебись, пацан, нас еще сейчас пацан на Тесле подвезет. Блять, откуда у него Тесла, мне интересно. Вот у него 125 ID, давайте посмотрим, какой у него уровень. Так, 125 ID. У него 6 уровень, пацаны, и он уже ездит на Тесле, понимаете? Просто успех. Может, он рулетку крутил, либо еще что-то, я не знаю. Но, скорее всего, как бы, да, это его Тесла. У него 6 уровень, пацаны, просто пацан ездит на Тесле за... Ну, где-то 2 миллиона она стоит, я думаю. Это довольно-таки неплохо. Так, все, мы приехали, я ему там спасибо написал. Все, заем, получается, квест. Что, у него еще до Тесла? Или это его друг? Да, это его друг, походу. Нихера себе, нормально. Так, важное задание. Так, вот, задание выполнено. Так, следующее задание у нас, получается, вагоны разгружать. Так, для выполнения задания необходимо устроиться грузчиком и перенести 20 предметов на склад Южного. Ну, давайте выполним, ладно, я хотел уже серию заканчивать, но давайте выполним, потому что здесь как бы сложного, я думаю, ничего нету. Так, я взял это задание или нет? Так, давайте посмотрим, да, в процессе. По-моему, грузчики, если я не ошибаюсь, находятся где-то здесь рядом. Где-то рядом, по-моему, либо возле 8 бит, либо где-то, блин, я хз где. О, братан меня, походу, подвезет. Блять, спасибо, въебал меня, блять. Так. О, отлично просто. Он меня подвезет сейчас тоже, походу, до грузчиков. И мы будем с ним вместе работать. Блин, реально, блин, пацаны, я вообще не знакомый им человек, ну, вот этому пацану. И он просто, типа, меня возит там и так далее. Бля, это реально очень круто, я не ожидал. Понимаете, типа, я ничего ему не говорил. Он меня сначала с фермы привез. И теперь везет, получается, тоже на грузчике работать. Блин, реально, спасибо ему большое, если он это смотрит, улыбается. Давайте так сделаем. Так, мне надо похавать, давайте сейчас похаваю по-быстрому. Блин, реально ему спасибо большое. Так, вот, похаваем сейчас. Мы все-таки рыжик, там можно и бесплатно похавать, поэтому... Так, сейчас нам нужно переодеться, я так понял, да? Или как? Или где тут устраиваться, я так и не понял. Где-то здесь? Или где? Так, что-то я не понимаю, пацаны. Так, ладно, давайте сейчас куда-то я сбегаю. Где тут устраиваться, реально, я не понимаю просто. Типа, я вижу, здесь ящики надо таскать, а где здесь устроиться? Так, да. А, вот, все, я устроился, походу. О, все, отлично, пацаны. Так, будем сейчас ящики так тягать, нужно принести 20 штук. Я тоже это снимать не буду, пацаны, поэтому увидимся, когда я уже закончу. Так, короче, пацаны, я уже закончил, по сути, я уже выполнил квест, ну, почти. Так, мне надо сейчас получить бабки, получается. Вы собираетесь устроиться на работу, грузчика. Так, вы согласны с условиями? Так, стоп. Так я уже устроился на работу. А, вот, все, мне деньги дали. Я уже думал, что мне бабки вообще не дадут. Короче, этот чувак на Тесле, он забыл принять квест, и поэтому он уехал сейчас обратно. Я сейчас его тут, наверное, не буду ждать, короче, ладно. Пусть он едет, а я, короче, сам уже добегу, скорее всего. Так, давайте еще похаваем, все-таки на халяву, пацаны. Все, сейчас я добегу, получается, сдам квест и уже посмотрим. Может быть, я еще один квест выполню, либо уже будем заканчивать серию. Все, я уже добежал до вокзала, кстати, вот здесь маршрутки стоят, такси. Но нам нужно сдать квест. Ну, 3 квеста за серию, я считаю, это довольно-таки неплохо. Неплохой результат. Я уже хочу вкачать там 3 уровень, чтобы у меня был прям, чтобы все четко было. Так. Давайте, получается, выполняем это задание и смотрим, что на следующее. Время что-то получить. Для выполнения задания необходимо приехать в автошколу и получить права. Ну, пацаны, давайте, я думаю, этим займемся уже в следующей серии. И так, наверное, уже серия длинная получилась. Ну, тем более, 3 квеста выполнить за серию, я думаю, это неплохо. Но уже в следующей серии, пацаны, мы получим права. И будем выполнять еще следующие квесты. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Играйте вместе со мной на Родина РП, ссылочки все есть в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока-пока.